Плыви, рыбка большая и маленькая. В Балакове в преддверии Дня химика в третий раз прошла экологическая акция по выпуску мальков в Волгу. Ее инициатором выступил балаковский филиал АО «Апатит». Это мероприятие уже стало традиционным, и в этом году в нем вновь принимали участие не только работники предприятия, ученики фусагроклассов и их родители, но и просто активные балаковцы, для которых забота о природе – не пустые слова. Второй год уже принимаю участие. Хочу, чтобы было больше рыбы в Волге. В этом году участники экологической акции выпустили в реку 55 тысяч мальков толстолобика и сазана. Пополнение рыбного семейства посвятили не только предстоящему Дню химика, но и Дню Волги, который отмечался 20 мая. Это общее дело наше. Волга – это матушка-река, где расположен наш город, где мы родились. Естественно, нужно заботиться о ней и тоже немножко помогать, чтобы рыба это чистила, как раз толстолобик и сазан – это чистит рыбу. Значит, будет чистая Волга, будет чистая вода, мы будем отдыхать на ней. Акция «Золотая рыбка» призвана привлечь внимание общественности к проблемам одной из самых крупных рек России и Европы, которая является не только национальной гордостью, но и ценным стратегическим природным ресурсом. Поэтому и количество участников с каждым годом растет, ведь балаковцы, проживая на берегу Волги, видят ее проблемы. Наверное, не надо не только брать природу, не только пользоваться, надо ей что-то и отдавать. И вот эта акция как раз она направлена на то, чтобы Волгу мы вот запускали малька и считали себя как-то еще и частью природы. Когда рыбку выпускаешь в воду, желание просто переполняется, их очень много, одного нет желания. Конечно же, все желания связаны с Волгой, с чистотой, с рыбой и с детьми. С тем, чтобы они, вот соприкоснувшись с этим красивым таким проектом, оставили в своем сердце в память о том, что они сделали. И дети с удовольствием принимали участие в акции. Еще бы, ведь для них была подготовлена развлекательная программа с песнями, викторинами и призами. А еще каждый, кто выпустил рыбешек в Волгу, смог загадать желание. Одно из них участники акции озвучили хором. Выражается оно двумя простыми, но важными словами. «Живи, Волга!» Вообще очень интересное мероприятие. Ну, дети довольны. Очень. Они в восторге. София, тебе понравилось? Да. Расскажи, что тебе понравилось. Мне понравилось, когда мы рыбу выпускали. Почувствовал себя ребенком, загадал желание. Я загадывал желание, но не скажу, его иначе не сбудется. В воде чешуйчатые малыши сразу освоились и быстро уплыли в глубину на поиски пищи. Сазан и толстолобик – природные мелиораторы, и 55 тысяч мальков теперь будут чистить дно нашей любимой Волги. Добавим, что «Золотая рыбка» – это не единственная экологическая акция, проводимая балаковским филиалом АО «Апатит». Работники предприятия высаживают деревья на территории завода и в селах Быково-Трокского муниципального образования. На территории бывшего детского сада рядом с подшефной 25-й школой весной провели масштабный субботник. Вырезали старые деревья, убрали прошлогоднюю листву и мусор, который скопился здесь за несколько месяцев.